Всем привет, меня зовут Дима, 24 года мне, на данный момент живу во Вьетнаме, работаю ведущим MC в клубе. В школе диджейнга я обучаюсь уже около месяца, попал сюда очень просто, я давно наблюдал за Пашей, еще из социальных сетей, диджей Тага, если быть точным, вот, и решил, что хочу приобрести такой навык в жизни, как диджейнг профессиональный, и вот пока все неплохо получается. Ну, конечно же, за время обучения я более детально стал разбираться в музыке. Конечно же, мне очень нравится подача Пашина, потому что там очень много опыта, и он его передает. И я бы дал совет всем, кто будет заниматься в дальнейшем, приобрести плотный блокнот, обзавестись классной ручкой, чтобы записывать все его мысли. Ну да, друзья, если вы питаете какую-то страсть к музыке, хотите в этом разобраться и стать более профессиональным в этом вопросе, мой вам совет, приходите в эту школу, учитесь, занимайтесь, перенимайте опыт, который вам дает учитель. Все наставнические советы под запись обязательно. Привет, меня зовут Артем, я из Киева. В данный момент я живу 4 года во Вьетнаме. Занимаюсь профессиональной музыкой, работаю здесь диджеем. Я пришел в школу диджеев как бы пообщаться с молодыми талантами, поделиться опытом и оттачивать навыки профессиональной игры. Мне нравится эта школа профессиональным оборудованием. Людьми, которые здесь работают, обучают, они очень много знают о музыке, о программах. Они не только могут научить вас играть, но еще они могут научить вас писать музыку. My name is Libra. I work as Story and Big Love, The Silent Club and Baramau Pub on Ignatian City. I went to the DJ school when Club The Rabbit Hole started. I love music, that's why I went to the DJ school. I learned a lot of new about music and DJ. I'm ready to interview this school for my friends. Привет, меня зовут Карина. Я живу во Вьетнаме, в городе Ничанг. Я парикмахер-стилист и еще танцую экзотик пол дэнс. Там играет классная музыка и очень хочется прочувствовать ее изнутри. Поэтому я пришла поучиться на диджея в эту школу. Я пришла в школу примерно месяц назад. Первые мои впечатления были очень разные, очень много кнопок, ничего не понятно, много информации. Все было страшно, казалось, что это вообще не для меня. Но спустя месяц и уже попробовав эти кнопки в действии, становится понятно и начинает очень сильно нравиться. Хочется продолжать обучение, чтобы уже комфортно использовать все эти инструменты. Больше всего мне понравилось в обучении то, что это не школа, как в школе, а тут прекрасные задания послушать ритмику или посмотреть какой-то фильм. Мне очень понравилось, что мы здесь изучаем историю музыки, историю клубов, откуда все это начиналось. Ты полностью прочувствуешь всю атмосферу, чем ты занимаешься. Если вы также любите музыку, как и я, приходите, будем учиться вместе.